Маркиза, смотри, рыба. Рыбка. А? Че, будешь есть ее, что ли? А? Или не будешь? Кусаться только не надо. Ну, смотри, кот бежит. О. О, сейчас он все у тебя тут подметет. То, что ты не хочешь есть, он сейчас все подметет. Ну, ты совсем обнаглела. Сырая рыба она не ест. А? Смотри, что. А ты что сейчас будет? Смотри-ка, что? А ты что, не понимаешь, что это такое, что ли? Смотри, он с ума там сходит уже. А? Маркиза. Офигеть. Вот в чашке у нее рыба вареная и рыба сырая. А нифига не ест. Ну ладно. Ставим на паузу. А яйцо будешь есть? Яйцо она будет. Ты что? Конечно будет. Ты что? Сейчас. Все, давай. Поднимайся. Ты просто это, тебе же ничего не дам. Давай, работать надо. Давай, поднимайся. Ну, быстренько. Лапку, во. Вот. Для чего тебя я тренирую? Кого она дергается, трусиха? Ну, иди доедай. Ну, конечно, укусить меня надо еще. Проверить все на, что там такое было-то. Ну. Иди доедай, говорю. Давай. Кого не так? Боится она прикоснуться. Давай, поднимайся. Что она боится? Поднимайся, говорю. Давай, поднимайся. Глаза у нее заспанные. Ну, поднимайся. Это она опереться боится теперь. Аккуратненько так лапками. Аккуратненько лапкой прикасается. Аккуратненько. Вот я неделю ее учу. Первые результаты. Все съела уже. Ну все, молодец она. Ну дай. Вот смотри, сейчас кот расправится с рыбой. Одна-то есть не хочет. И когда отберут, она уже начинает дергаться. Ну смотри, он у тебя сейчас все съест. Маркиза. Что такое глупое-то? Он же у тебя рыбу сейчас съест. Смотри, что делает. Ну смотри, что он делает. Ничего она не хочет. Облизывается все это все. Вот речную рыбу ест.
а морскую не ест. И как она их различает, нифига непонятно. Кот уплетает за обе щеки. Короче, ты не хочешь рыбу. И кот интересен, котенок интересен. Рыбу она не хочет есть. Яйцо интересно такое. Уж ничего не интересно. Ну, какие приоритеты. Офигеть можно. Только все натуральное свое.